Тесмакс, братик, надо фордик хорошенький за 3000, за 2. Пацаны, ну нет, ну вот, нашкрябал. Ну 6200. Ну 6200. Ну еще 300 евро скинут. Ну нет, нету таких вот вариантов. Нет. S-Max, ну нет, пацаны. Вот стоит хорошенький. Хорошенький вариантик. Знатный и достойный, пацаны. Есть варианты, есть. Есть хороший вариант. Вот от дедушки стоит. Не знаю, почему его только не забирают, но он стоит. Смотрите, сколько вариантов. Доступные, нормальные, по 1500, по 300 евро. Все есть, ребят. Надо только определиться, взять волю в кулак и приехать к Джанчику. И Джанчик сделает тебе такой ветер в голове, что ты просто не буду матюкаться. Вот не буду матюкаться. А вот эти варианты, которые пишут мне братуха за 400, за 300 евро. Слушай, ну это только, как мне один писал в комментариях, это шляпа коня, шляпа коня. Переходим в телегу, в Инстаграм, вариантики есть. Обнял от души.